уже полная машина. Только сегодня. Сегодня собачки нет. Да. Ага. Да, да, используем. Спасибо большое. Да. Спасибо. Поставьте пока. А, спасибо. Сос. Нет. Сломалась машина. Здравствуйте. А спасибо. Можно? Да, тоже можно, да. 10 флаконов. Фракция. А это 30 доз для вакцинации кошек. А мы прямо с Киевского поехали за кормом. Кормом каким крутым поехали. Вот, смотрите, прямо с белой рыбой. Ух ты! Завидно аж стало. Для котов. Для котов же это? Да, вот. Глазастая кошка. От фонда «Дарящие надежду». Магазин Бетховен, да. Ну, укладчик №1 опять в пределе. Оказывается, нам не все дали, еще бежали за нами. Говорит, вы забыли, или мы забыли отдать вам кучу консервов. И вот теперь у нас конвейер работает. Немного осталось. Короче, пока мы укладывались, наша кошка улетела, выбралась из машины и улетела под потолок. Как называется этот центр? Ой, Колумбус. И нам ее не достать. Второй магазин Бетховен. От «Дарящие надежду». Вот тут большие мешки. Ну а тут вообще просто премиум класс. Маша, поехали. Вот как питаются бедные приютские собачки. Жалко, мало, конечно. Вот кому-то достанется холистик. А здесь, ё-моё, с апельсином. Так, вот. Это все от фонда «Дарящие надежды». Как будто я сегодня на Киевском дежурила. Огромная благодарность от имени приюта «Лохматая душа» фонду «Дарящие надежду» и магазину «Бетховен» за предоставленные корма в помощь пострадавшим приютам. Здесь консервы очень много, большие мешки и вот такой корм для кошек, тоже очень много. Вот справа. Вот это все завалено вот этим кормом. Если открыть дверь, все выпадет.